Доброго времени суток, друзья, вы на канале Hardress.info, перед нами Xiaomi Redmi Note 11s, и сейчас мы вам покажем, как на данном девайсе отключить виброотклик. Для этого мы заходим в настройки нашего телефона и выбираем пункт «Звуки и вибрация». Дальше пролистываем вниз, здесь находим пункт вибрация, здесь есть виброотклик. Его здесь можно выключить, включить средний, слабый или сильный виброотклик. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.